Лариса Долина вышла в свет с маленькой внучкой. 7-летняя девочка, кажется, привыкла к вниманию прессы. Известная певица Лариса Долина в минувшие выходные посетила показ грузинского дизайнера Гоги Никабадзе. На мероприятие звезда пришла не одна, а в сопровождении маленькой внучки. 7-летняя Александра с радостью составила бабушке компанию. Напомним, единственная дочь Ангелина родилась у Ларисы Долиной в 1983 году в первом браке. Именно она подарила в 2011 году звезде внучку Александру. Певица души не чает в малышке. Кстати, внучка Ларисы Долиной выступает на сцене конкурса «Детская новая волна» 2018. В Артеке состоялось торжественное открытие международного конкурса молодых исполнителей. В рамках концерта выступали многие отечественные звезды. Среди прочих на сцену вышла и популярная певица Лариса Долина. Да не одна, а с маленькой внучкой. Судя по всему, юная Саша пойдет по стопам знаменитой бабушки. Девочка уверенно держалась на сцене.